Ой, красивая. Дим, название можешь сказать? Название? Церковь Лурдской Богоматери. Дим, вот мне такие нравятся очень. Да? Смотри, что там за дверью. Памятник архитектуры 20 века. Чуть более 100 лет, Дим. Закрыт дверь, да? С четырех не работает. Кто? А как же мы сюда зайдем? Четыре, надо проходить. Очень красивая церковь. Мы, конечно же, были в шоке от увиденного. И там очень красивая музыка, странно улыбающиеся люди в странной одежде. Конечно, для нас все это непривычно, и они называют всех людей ангелами и подобными Богу.